Всем доброго утра прекрасного. Видите, немножко листья, уже все, мороз был сегодня. Ну, вообще-то было 3 градуса, но, наверное, что-то прихватило, как мороз был. Уже почти заканчиваем с огородом. Теперь надо будет придумать участок, где мне посадить этот чеснок на зиму. Придумать, куда мне его посадить. Редьку. Ну, я редька, вроде листья нормально. Не буду пока еще копать, еще пусть недельку, может, что подрастет. А все-таки был заморозок на перце. Его надо уже убирать. Он нам, в принципе, не нужен. Уже тут такого ничего нету. Но листья, видите, уже все. Был заморозок. Ой. Ну, хоть потеплело, потому что с утра было. Ой, вишня тоже, вон листья так как бы привяли. Черешня, вернее. Ну, зеленая стоит, что-то не желтеет. С утра весь огород инеем был. А сейчас, смотрите, вот потеплело, и даже до сих пор пчелки летают. До сих пор летают пчелки. Много их так. Сейчас хорошо, тепленько. Сейчас тепленько. А хорошо, пошла я. Ну что-то Павлович пришел. Что, Наташа? Там вона дзвонила, то ж тоже за то, що мене не записали, каже, та вот, бо вона теж казала этой Ані, каже, каже, Кулінко записали, вона каже, що вона пенсіонер. А це ж не більше, яка халатність. Да, це ж так, це спасибо вам та Наташі, я ж навіть не думала, що треба мені перезвонити. А воно бачите як. Ну, хорошо, давай. Ну, давайте, Павлович, давай. Чим займається? Та нічим, поки холодно встав. Ой, молодець, поубирав. Ні, та він же замітає постійно, Павлович, да. Він постійно замітає. Ну, хорошо. Ну, давай, та закрийте там, да? Та ноги, ну, ось таке вопрос. Хорошо. Що, Марусечка, спригнула? Та то я до кошки, Павлович. Ну, такой сегодня у меня завтрак. Чашка чая. А это я хлеб вырезала. Туда 2 небольших яйца. Вот, видите, и 10 грамм сыра. Около 300 калорий. В общем, вот такой сегодня завтрак. Так что всем приятного аппетита. Кому нравится видео, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Получили помощь, как для пенсионера. Всесвітня продовольчая программа. Не для продажу. В общем, вот такой вот, вот такая вот коробка. Не знаю, там 10 кг точно есть. Тяжелая. Сейчас открою, покажу. Маруся, что? Что моя девочка? Так, Коля сейчас откроет. Мы уже получали один раз наподобие. Наверное, такой же самый. Ну да, такой самый. Видите, тут макароны, а не совсем такой, не совсем, значит, ну, макароны. Да, сейчас я на столе тоже, вон, сколько, 1, 2, 4, 6 килограмм макарон. Вот, ух ты, да, це консерва, сколько раз, 6 банок консервы, 1 банка фасоли, ну, это паштет. Это алия, а это мука. И мука 5 килограмм, наверное. Ну что, хороший, да, хороший паёк, спасибо огромное. Будет нам для поддержки штанов. Подняли муку, а тут еще 2 банки консерва. Ну тоже, наверное, паштет какой-то свиной. Получается 8 банок, да, паштета и 1 фасоли. Ну, очень. Ага. Ну, в общем, спасибо. Спасибо огромное. Это, для, конечно, для пенсионеров очень хороший, как бы, не стимул, а как сказать, поддержка, что ли, хорошая. Ну, такой паштет, он говяжий. Видите, такое, что и мне можно кушать. Тут написано
203 калории, 100 грамм. Ну, замечательно, и я буду есть. Так что и для меня пища будет. Такая консерва туристическая. Ну, не знаю, попробуем на вкус, что оно получится. Уже вечер, уже 7:00. Маруся, Маруся, что ты? А, Марусенция. Марусенция моя. Я вышла с вами попрощаться, надо подвязать, а то что-то попадали мои. Видите, какая прелесть. Кошки поваляли. Вон, бегают. Все. Ах, Маруся, ты Маруся. Люблю я твою вроду. Люблю дивитися, як ти йдеш по воду. В общем, день быстро прошел. Там то на огороді, то на кухні. Быстро сьогодні день прошел. Как-то так более-менее нормально. Более-менее спокойно. Так що вийшла з вами попрощатися. Пожелати всім тихої, спокійної ночі. От. Ніхто не хоче їсти виноград. Кислый какой-то, я не знаю почему. Невкусный. Вроде и мало, и гронки большие, а невкусные. В общем, всем тихой, спокойной ночи. Пусть у вас все будет хорошо. Я сейчас пойду быстренько там немножко смонтирую видео. И на этом день закончится. Небо такое. Такое непонятное. Ну, вечер теплый. Утро было холодное, а сейчас прямо тепло на улице. Прямо замечательно. Ну все, до свидания. Спасибо, кто досмотрел до конца. А я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания.